Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новые интересные спикеры. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Добрый день. Меня зовут Ирина Трушина. Я представляю компанию Melius. Мы занимаемся как эксклюзивный партнер компании WellBuild продажей и представляем эксклюзивные бренды для ритейла. Добрый день, меня зовут Станислав Баталов, я представляю компанию WellBuild, являюсь региональным директором компании по России и СНГ. Расскажите, пожалуйста, чем занимается компания, что производит? Компания WellBuild является одним из мировых лидеров в производстве профессионального оборудования для фудсервис. То есть наше оборудование можно встретить в ресторанах, можно встретить в кафе, отелях, пищеблоках, больниц, на стадионах, ну и, конечно, в ритейле. Именно поэтому мы присутствуем здесь, потому что это тот сегмент, для которого, как мы считаем, наше оборудование может быть очень полезным и помочь любому клиенту в ритейле стать более успешным, привлечь, в свою очередь, клиентов в свои супермаркеты, магазины и так далее. Насколько мы знаем, все ритейлеры стараются теперь быть мультифункциональными. Получается, все чаще в розничных сетях появляются кафе, кофейни и так далее. Я так понимаю, в распространении вашей продукции на территории России занимается, конечно, ваш коллега, да? Да, все верно. Компания Melius является нашим генеральным дистрибьютором в России по многим нашим брендам. Соответственно, наши бренды, которые интересны для ритейла, это прежде всего наш бренд Convaterm. Это лучший в мире пароконвектоматы, которые производятся в Германии. Это также печи Marichef, высокоскоростные комбинированные печи, которые производятся в Англии и являются тем продуктом, который наиболее интересен сейчас в ритейле, потому что обеспечивает качественный продукт очень быстро. Это основное достоинство высокоскоростных печей Marichef. Кроме того, мы предлагаем широкий выбор оборудования для производства кофе, кофемашины, в том числе суперавтоматы, которые также наиболее интересны для ритейла, поскольку позволяют сделать качественный напиток быстро, не требуется бариста. Этой машиной может управлять любой оператор, просто выбирая кнопку на экране. Соответственно, это все те тенденции, все те продукты, которые соответствуют современным тенденциям в ритейле. Тогда интересно, насколько такой подход полюбился уже российскому рынку? Российскому рынку он давно полюбился, и ввиду изменяющейся реальности мы покрываем все тенденции и новинки современного мира. Convaterm – это бренд, который широко себя зарекомендовал на рынке, и многим он хорошо известен. Marichef – это бренд, который называют во всем мире Money Maker. И вот один из новинок, скажем так, в нашем ассортименте – это испанский бренд «Крем». Это кофемашины с самым широким спектром покрытия, от полуавтоматов до суперавтоматов. Мы, как компания, генеральный дистрибьютор, держим практически все линейки на своем складе в большом количестве, покрываем маркетинговую потребность, покрываем сервисную потребность. Поэтому считаем, что у нас есть полное право называться как Team of Representative, как, собственно говоря, наша компания Melius себя на рынке называет. Я очень надеюсь, что очень многие игроки рынка посмотрят наше интервью и заинтересуются вашим производством и распространением на территории России. Спасибо вам большое. Надеюсь, до встречи в следующем году на нашей выставке. Большое спасибо. Мы очень рады участвовать в этом мероприятии. Это действительно замечательное событие, Retail Forum. Спасибо за возможность выступить и представить наш продукт. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересное мероприятие. Полностью согласна со Станиславом. Будем участвовать все чаще и чаще. Благодарим.